С просьбой помочь защитить жилищные права обращаются граждане и в приемные уполномоченного по правам ребенка. Таких жалоб поступает больше всего. Об этом детский омбудсмен региона рассказала на пресс-конференции, посвященной итогам работы за 4 месяца. Именно столько Татьяна Загородняя занимает должность уполномоченного. За это время к ней обратились 162 человека по самым разным вопросам. Среди них алиментные обязательства, порядок выплаты социальных льгот, а также общение родителей с ребенком в случае развода. Огромная проблема, когда ребенка начинают делить. Это огромная проблема. Когда ребенка начинают настраивать против другого родителя. И не думая о том, что в дальнейшем это отложится на психике этого ребенка. И ребенок, может быть, даже в дальнейшем может построить семью именно по образу и подобию своих родителей. Кроме того, детский омбудсмен рассказал о реализации нового проекта «Территория безопасного детства». Совместно с городскими чиновниками Татьяна Загородняя выявляет игровые площадки, которые находятся в плохом состоянии. И совместными усилиями их приводят в порядок. Безопасными для детей уже сделали свыше 20 площадок.